Добрый вечер, дорогие зрители. У микрофона Александр Сверкетбуксиров. Это КМА Медики тоже играют в игры. Команды у нас представлены на экранах. Team of Strangers и Карамельки. Team of Strangers только что пикнули у нас Мираж. И Карамельки решили забрать себе сторону Т, как я понимаю. Как я понимаю, сейчас мы перейдем быстро к игре. Просто худ немножко поломался. Да, поехали. За Карамельки у нас играют Unconnected, Черника, Silent, Who? Просто. Arrivedersi, The Sprint, Skrill, Splex, Difre и Олик. Выход на точку Б, автокамера пока что нам его не показывает, а там уже очень много всего происходит на самом деле. Все умерли у Team of Strangers, сейчас Splex попробует что-то здесь сделать. Делают хедшот, кстати, ставит, но его тиммейт должен также помочь. Спринт убивает Ривидерчи, есть еще один фраг, нет, нету фрага. По шапке только получает два раза, причем получает по шапке, может быть, Splex сможет с этим справиться. Нет, пока что не получается. И Черника вместе с Сайлентом забирает пистолетку для своей команды. В принципе, это было для них легко до момента ретейка. До момента ретейка, потому что на ретейке смогли все-таки троих игроков забрать. И на самом деле могло быть трудно. Могло быть трудно. Так, сейчас я быстренько чекну, все ли правильно у нас по командам. Да, да, все правильно. Пока у нас тайм-аут, рассказывайте в чате, как у вас настроение, за кого болеете, обязательно расскажите. И также подписывайтесь на группу ВКонтакте КМА, там скоро, очень скоро, не буду раскрывать все карты, но интересные вещи будут происходить. Также там есть интересная номинация и вообще премия КМА. Смотрим дальше, у нас пауза потихоньку заканчивается, Team of Strangers у нас закупились, закупили Галилу, Магдесяты. Мое отношение к Галилам не изменилось, я поиграл с Галилом после того, как в прошлый раз говорил на него плохие вещи. Все еще буду говорить плохие вещи, потому что Галил это не тот ган, который ты на самом деле хочешь покупать. У него и урон не то чтобы хороший, да, у него бронепробитие хорошее, но зачем тебе пробивать броню, если у противника эко? А двойная подсадка на точке Б. Или все-таки одинарная? Одинарная, да, будет. На шорт у нас выходит Сайлент вместе с тиммейтами. Ой, Дефайр выдает хедшот. Сайлент также убивает одного оппонента. Минус Дефайр, минус Скри. И двое игроков остаются все еще на точке Б. Черника есть фраг по спринту. А подсадку проверить? Подсадку проверить? Нет, не проверяет. Черника. Ой, Сплекс минус один, минус два, минус три. Залетает здесь, но на четвертого не был все-таки готов. Хотя очень было близко для Сплекса. Очень. Вот не проверили. Не проверили Сплекса. Теперь он может себе закупить М-ку и вторую броню. Еще и гранаты. Как раз таки из-за этого. Я думаю, в следующие разы уже будут проверять. Сайлент. Под флешку и смоук на мид выходит. Тут Олик находит Вандери своего оппонента. Ривидерч падает. На миду перестрелка. Сайлент минус Кри. Сайлент минус Олик еще залетает. И 3-4 ситуация, в яме пока что никого нету. Полностью middle занят командой Team of Strangers, незнакомцев. Спринт. Проходит дальше в яму, увидит сейчас ножку. Нет, не видит ножку. И Черника забирает спринта. Прочекал все-таки. О, еще и минус Плекс тут залетает. Ну и да, все. Больше в этом раунде делать нечего. Надо уходить на сейв Дефайру. Дифру. А дадут ли ему это сделать? Это вопрос. Unconnected стоит, смотрит шорт, видит оппонента и забирает его. Ну, Дифур решил пикнуть, может какие-то экзит-фраги сделать на неожиданности, но не получилось, потому что все чекается. 0-3 счет. И расскажите, как по звуку, все ли хорошо? Я очень надеюсь, что да. Но в чате никто не пишет. Значит, все хорошо. Если бы было плохо, то в чате обязательно бы об этом написали. Когда все хорошо, никто не пишет. Вот такой вот чат на Твиче.
Олег заходит через яму вместе с тиммейтами, пропушили здесь чернику. Есть опенфаг для команды Карамельки, но проблема в том, что у них девайсов нету уже третий раунд. Unconnected. Выход в окно. Здесь Сплекса ловит. Может еще и второго поймать. Нет, не ловит. Олик будет в коннекторе. Перестрелка Кира. В итоге забирает Олика. Кира еще минус. Так, по спринту, но сразу размен следует. Мне кажется, или этого никнейма не было? Его поменяли. Ривидерчи вместе с... Сайлентом? Наверное, с Сайлентом сделали по фрагу. А, это Unconnected. А почему так произошло? А, да? Они вчетвером катают? Или мне кажется? Или в табе он просто не показывается? Нет, они впятером, но в табе его нету. Интересная ситуация. А еще более интересно то, что это девятый игрок. Под номером 9. Но он играет, он есть. Но его сервак не зарегал. Теперь он будет unconnected. Вот так. Кира, выход на точку А. Здесь видит оппонента, так видел же. Нет, не видел, по стрелам пытается забрать. Не получилось, скриш. Со снайперской винтовкой в просвет может поймать здесь оппонента. Черника выкуривает дифра. Unconnected. Есть у нас хаешечка. Ривидерчи в спину как заходит. Минус один. Минус два. Да, есть. И минус три уже его тиммейта дорабатывает. Здесь Сайлент помог. Сайлент видит Сити. По Сити настреливает и также... Сплекс падает. 0-5 становится счет. У Олика есть снайперская винтовка. Это AVP. AWP. АВП. Но как же будут его реализовывать, это вопрос на самом деле... Пока что непонятно. Стоит, ждет пауза. Вчетвером собрались на экономическом раунде на точке А. Выход под точку Б не угадали. Карамельки с выходом. Здесь черника будет первым выходить. Пока что не видит оппонентов. Есть минус один. Олик падает. Это снайперская винтовка команды. Ее надо подбирать. За смоками там. За смоками игрок находится. Но кажется, понимает это у нас черника вместе с тиммейтами. И будут тут, оттуда выкуривать. Ривидерч видел. Видел. Забрал. И дальше пойдут на сейв. Какие-то экзит-фраги максимум. Дифру надо сейвить снайперскую винтовку, это точно. А, да, действительно, карамельки ведут. А, извиняюсь за такую оплошность. Я говорю, хут он иногда... Хут... Вот так вот. Хут иногда... Меняет команду местами, иногда ты это просто не замечаешь, и в итоге на автомате начинаешь вот так говорить. Это проблема. Черника тем временем забирает дифра. Сайлент. С АК-47, выход на мидл против скрижа со снайперской винтовкой. А будет ли хедшот? Нет, не будет. Там One Way Smoke, тот самый любимый, который нам предоставил, показал молодой игрок G2. А в чате догадайтесь, кто. Скриж. О, Ривидерчи здесь хедшот ставит. Черника также забирает дифра в коннекторе. Ривидерчи еще минус. И что же, снова сайт открыт. Снова делать здесь ничего. К сожалению. А, по статье у нас Сплекс показывает себя неплохо. 5-6 держится против карамелек. Хотя карамельки очень и очень сильно давят оппонентов. Спринт. Увидел. Увидел здесь игрока. А выйдет ли он? Наверное, нет. Наверное, просто будет держать на прицеле, да. Еще по шорту здесь проходит Сайлент, минус Сайлент. Можно отыгрывать дальше. Ну все, уже не полезут выбивать. Хотя свои деньги есть, можно было попробовать. Есть информация о том, где находится Team of Strangers. Но решили, что лучше подсейвить свои девайсы.
Очередной выход под точку Б, скорее всего, нас ждет. Хотя посмотрим. Не, все-таки раскидали смоки на шорт. И полетят прямо сейчас и прямо здесь. И Молик закидывается под ноги, но это не важно, потому что смоук также под ноги кладется. Черника вылетает. Минус Олик. Сайлон забирает с флекса за машиной. Спринт. Есть минус один, минус два. Не получается сделать. Успел вроде перевестись, но хедшот не поставил. Аривидерчи его закрывает. Бомба ставится. И двое игроков, это Скриш и Гифур, остаются вдвоем против троих. Будут идти они, скорее всего, через магазин, через китчен, через как угодно это называйте, но больше всего похоже на магазин, конечно. Гифур выходит, он замечает оппонента, постреливает. Ой, попал, кстати, попал по голове. Вообще неприятно, Скриш. Ну и все. Да, понимает, что у них времени мало, если Скриш умрет с диффузами, то их надо будет подбирать. Сайлент выходит за ними просто на ярости на какой-то, но диффер закрывает. Сайлент, ой-ой-ой, падает еще и Скриш, но и Кингсфейт тоже попал. А у нас все еще игрока как будто бы нету, да? Причем его статистика показывается, его деньги показываются, но его почему-то нет. Вот так вот. Решили поменять тактику карамельки, запустили одного игрока в мидл, и всех остальных пустили на точку А, через яму, через пауз будут проходить, скорее всего. Сплекс, хаешечка плюс смоук, чтобы никто не прошел, а там никого и нету, раскидка точки А полетела. Кира выходит первым, находит сразу свою цель, спринт падает, на сити еще игрок находится, об этом есть информация. Скриш забирает Киру, сразу ответочка от Unconnected прилетает. Но Олик в миду забирает Ривидерчи, не смог этот игрок натворить суеты. Черника под флешку выходит, правда, сам флешенный, но забирает Дифра. Все-таки Олик, есть выход. Минус по Сайленту и минус по Чернике. А бомба слишком долго ставилась, да. Это проблема была. Не был уверен игрок, что можно ставить бомбу. И что же, Team of Strangers забирает первый для себя раунд. И Скриш размачивает счет. Первый фраг также дает. Может быть, это начало камбэка. Но об этом очень трудно говорить по такой игре, потому что каждый раз раунд заканчивается чуть ли не за минуту просто. Или в первые 30 секунд. Когда уже понятно, что делать в этом раунде нечего. На стуле у нас находится Silent, прикрывает он шорта, а здесь Олик выходит, минус Silent. Хаешечка сразу откидывается. Хорошая, кстати, залетает по Unconnected у Икири. Спринт будет принимать с точки А, скорее всего, коннектор. Да, через коннектор будут выходить у нас атакующие. Еще из ямы идет Ривидерчи. Ривидерчи падает. Спринт забирает. И вот это вот разделение не помогло им. Сплекс делает минус 2, к сожалению. Нам его не показали. Я думаю, карамельки сейчас примут решение выйти под точку Б. Под бета. Да, четверка игроков направляется в эту сторону, а нет, даже один игрок направляется, все остальные в миду сейчас находятся, там какой-то ранбуст решают устроить или просто буст. Посмотрите, что происходит в коннекторе. В коннекторе пока что ничего не происходит, никто не держит. И вот так уж Риана Unconnected выходит, забирает Олика на шарте. Да, там буст работает до конца, чтобы никто не вышел из коннектора. Но никто и не выходит. Никто не пушит сейчас так уж нагло, потому что понимает, что счет 2-8. Черника тем временем закидывает смоки на точку А. Вернее, один смоук, Скриш. Есть фраг, можно и второй здесь сделать. Киросфейт падает, Сайлент сразу на размене. 3 в 3 ситуация для команд Team of Strangers и Карамельки. Спринт дожидается, но его здесь не прочекают ни за что. Просто никогда. Хотя направляют свой взор у нас... А Черника убивает спринта, его там зачекали. Черника дальше отыгрывает, минус Диффер. И бомбу можно спокойно ставить. Последний игрок, это Сплекс, остается. И ему надо тащить ситуацию 1 в 3. Непонятно как. Правда. Диффуза вроде есть молотов, но здесь Сайлент его принимают с шарта. 2-9 счет
У карамелек все замечательно. Олег со снайперской винтовкой будет отыгрывать в районе Б-сайта, кстати, интересное решение. А выход у карамелек на точку А, Сайлент врывается первым номером, сразу двоих кладет на лопатки, минус скриш, минус спринт. Дальше выход на трон, можно и здесь еще игрока поймать. Запутался пока что, но разворачивается, забирает Диффа, Диффа успевает забрать Киру, но это уже не важно, 2 в 4 ситуация. Снова трудная для команды незнакомцев. Аривидерчи видит оппонента, стреляет, промахивается, еще выстрел есть. Все-таки нету фрага, не попал? А как так? И третий раз не попал. Не регает просто по Олику, у него, я не знаю, броня Джаггернаута. 2 в 3, Олик смог сделать свой фраг, можно отыгрывать дальше. Unconnected играет через джангл, находит здесь оппонента. А Черника тем временем забирает еще и Олика. 2-10. Ну, этот врыв от Сайлента, конечно, очень уверенный. Бомбу оставляют на спауне, я не думаю, что это хорошее решение по той причине, что эта карта называется Мираж, и на Мираже это не очень важно. Unconnected забирает двоих, помогает Аривидерчи здесь, Раш Меда не удался, только Олику удалось забрать Сайлента, и на этом все, 2-11 счет становится. Очень быстро мы приближаемся к последнему раунду первой половины. Ну что, сейчас или никогда? Есть закуп у Team of Strangers, есть эмки, есть две снайперских винтовки, которые могут зарешать. На самом деле, да, так и происходит. Сайлент у нас падает. Кира выходит первым номером, играет по спринту. И тут все находятся. Тут находятся все и две снайперские винтовки против них. Интересно, как их разыграют. Скриш решает отойти подальше. Сплекс будет отыгрывать Сити. Сплекс может найти здесь свой фраг. Находит, но бомба стоит. 3 в 4 ситуация на ретейке. 2 АВП. Это не самое хорошее, что ты хочешь видеть. Закидывается молотов. Смоук сейчас полетит в яму. Скорее всего, Кира не читается здесь. Да, не чекают. Минус Диффер. Выходит дальше. Не получается сплекса забрать. 2 в 3 ситуация. Можно, на самом деле, раздефузить бомбу. Этим и будут заниматься сейчас. Черника забирает скрижа. Сплекс отыгрывает по чернике. Но последний игрок это Аривидерчи. Под него бомба стоит. Молотов кидается. И на этом, в принципе, раунд заканчивается. Потому что у сплекса очень мало хп. Аривидерчи. Есть флейк у нас по сплексу. 2-12. Счет. Перед окончанием первой половины. Вот сейчас она будет заканчиваться. Черника кидает флешечку. Спринт будет принимать у нас точку А. В упорной позиции стоит, но Сайлент находит все-таки оппонента. Пока что не чекают андер. Чекнули андер. Кира также забирает скрижа. Ну, слишком близко стояли. И это чекается команда карамельки. Сплекс забирает Сайлента. Сплекс минус Черника. Олик тем временем играет с крокодилом. Минус Аривидерчи. На снайперскую винтовку переключается. Не попадает, к сожалению, для него. Но со второго раза все-таки получается. 3-12 счет по итогам первой половины. Худ, все, подчинился. Team of Strangers будут атаковать в этот раз. Карамельки защищаться. И посмотрим на расстановку. Стандартная 2-1-2. Ничего в этом примечательного нету. И пока что идут медленно Team of Strangers. Хотят подергать за ниточки. Видит Unconnected здесь своих оппонентов. Кидает по себе смок, сразу настреливает. Но в итоге этим смоком, наоборот, себе же отрезает, мне кажется, Vision, но, в принципе, это работает. Unconnected падает, сплекс забирает Киру, Аривидерчи есть фраг по спринту, бомба ставится, что самое важное, на пистолетке, сплекс, есть еще фраг по Аривидерчи, дальше выходит в Kitchen,
Сплекс отыгрывает по еще одному игроку, но Silent успевает забрать Дифры. На этом все, в принципе. Team of Strangers забирают для себя пистолетку, очень важно, если бы они ее проиграли, то, скорее всего, проиграли бы и уже первую карту. Мне интересно, что будет на оверпассе, на самом деле. Вот на оверпассе должно быть повеселее. На самом деле, пушится Андер, как я вижу, по X-Ray'у. А этого не ожидают, Team of Strangers, но проблема в том, что поинт будет очень быстро вскрыт, с маг-10-го дифра забирает Unconnect, это дифры, проходит дальше Kitchen, и на этом все. Чекается сейчас спринтом вроде как позиция у нас апартаментов, или нет, скриш, заходит просто в чернику, минус черника. Да, чекается, двое игроков именно оттуда пойдут, если пойдут вообще, может быть просто MP9 засейвить. Ривидерчи отыгрывает очень здесь коварно. Коварная позиция. Спринт в итоге падает. И на этом ретейк заканчивается. Подобрали фармилки. Себе немного денег также нафармили. И отойдут на сейв. У Сайонта вообще 2 хп. Ему нужно отойти максимально далеко, чтобы не взорваться. 5-12 счет становится. Ну вот смотрите, Team of Strangers в атаке, по крайней мере пока что, пока у нас оружейные раунды не начались, выглядят неплохо. Выглядят хорошо на самом деле. С маг-10 надо стоять где-то очень близко, в упорной позиции, и Черника, я думаю, это понимает. Кидается молик и будет выходить на миду, неужели? На миду выйти с маг-10 это такая себе идея. У нас еще и Rush B здесь устраивает Team of Strangers. Ну что же, посмотрим, как будут выходить. Unconnected забирает скрижа. Unconnected дальше отыгрывает под флешку своего тиммейта. Минус один еще залетает. То есть в итоге минус два. Скриж, правда, работает. Тут Ривидерчис MP9 играет по дифу, играет по спринту еще. Ну и Сплекс последний игрок. Не получилось зайти на сайт, как в прошлый раз это смогли сделать Team of Strangers. 5-13 счет по итогам 19 раунда. Скриж. Молли кидается на мидл. Спринт есть. Фраг по коннектору. Кстати, Ривидерчи вообще зря здесь вышел. Но здесь Сайлент отыгрывает из-под ванвея какого-то своего интересного. Не видел я такого еще. Но действительно, там не заметишь оппонента. На Сайлента выходит. Сайлент под флешку тиммейта работает. Минус сплекс. Можно дальше выходить. Его не ожидает в этой позиции. Какой флик по спринту залетает. И 4 в 3 ситуация. Скриж должен мстить за своих тиммейтов и, скорее всего, отомстит. Действительно, Сайлент падает. Но слишком сильно заигрался. Конечно, здесь Олик находит еще и Киру. Unconnected. Шарта будет принимать оппонента. Почти. Почти у Олика получилось забрать Unconnected, но не вышло. И сейчас... Ой-ой-ой-ой. Для Карамелек неудачная ситуация, как минимум потому, что... Команда незнакомцев выходит под точку Б, вообще не шумят. И карамельки этого не ожидают. На шифтах идут. Ой-ой-ой, дифр просто в ухо получает, но сразу ответ по Unconnected. Один в один ситуация. Маг 10 против АК-47, у Мака, то есть у Черники, фулл хп, но здесь все-таки скриш, АК-47, интересная позиция, которую могут не зачекать. Я думаю, скриш вытащит. Диффузов нету у Черники, и Черника чекает абсолютно не ту позицию. В итоге скриш выигрывает для себя клатч, 6-13 счет, и Team of Strangers еще поборется на самом деле здесь.
Выход на мидл, кстати, от Карамелек. Минус один залетает от Ридерча. Спринт отвечает Кира на размене. И Дефур заканчивает эту ситуацию фрагом по Кире. Ответным 3 в 3 ситуация. И на самом деле хорошая для Team of Strangers, потому что бомбу они не потеряли где-то далеко. Сплекс находит здесь хедшот Черники. Классный гол у Черники. Сплекс еще один хедшот вешает. Минус Сайвен. Последний игрок это Unconnected. Под номером 9. Неожиданным. Его вроде прочекали, но не дочекали. Но здесь Сплекс еще раз выйдет. Хотя у Сплекса 4% хп осталось. Если бы это не какой-нибудь МП9 был, то, скорее всего, Сплекса забрали бы. Пять АК-47 против пистолетов у Карамелек. Карамельки вынуждены делать экономический раунд после той доминации, которую они провернули на первой половине. И на самом деле не верится в этом. Но вот. Вот оно на экранах. Сайлент настреливает по спринту с Дигла. Есть открывающий. Я заметил, что очень часто на таком уровне Диглы выигрывают раунды. Очень часто Лолик находит здесь Чернику. Черника неудачно стоял. Никто не прикрывал этого игрока. И в итоге закономерно. Кира. Выход на мидл здесь может закончиться неудачей на самом деле для самого Киры. Но в итоге пропускает сплекса в коннектор. Этого точно не ожидает. Сплекс минус один, минус два здесь залетает. Кира попытался ответить, не получилось. Диффер забирает Киру, и последний игрок это Unconnected, которого находит в сити. Вот и казалось бы, сделали open фраг. Просто дальше контролировать надо карту. Попытаться либо закрыться на фонтах, и все там. И к тебе оппоненты сами придут в меньшинстве. Но в итоге решили дальше пушить, дальше играть. Поймали этот кураж на пистолетке. Вроде как тушится, но не тушится смоком у нас Молик. Интересная ситуация. Звук был, а Молик не потушился. Диффер будет первым идти в сторону пункта Б. Нашумели пода, стянули игрока. Но здесь Ривидерчи со снайперской винтовкой отыгрывает минус Олик. И решил перейти в сити. Интересное решение, ну, видимо, чтобы его с джангла, чтобы с мида его не зажали. Потому что такая вероятность действительно есть, а в сети уже никто точно не зажмет. Выход на точку Б, здесь Черника отыгрывает вместе с Unconnected. Выключают, бомбу ставят, а всего один игрок находился на точке Б, как же так? Это упущение у Карамелек, хотя выиграли преимущество, отличное. Но в итоге оставили одного игрока на точке Б и дали поставить бомбу. Вот так Сайлент настреливает по спринту. Ему неприятно, но все еще живет. Вот так теперь не живет Кира, забирает спринта. Скриш забирает двоих, кстати, по стрелам. Здесь Ривидерчи с юспом отыгрывает минус Скриш. По последнему игроку есть информация, но этот последний игрок просто не пойдет никуда до последнего. Вот такая вот у нас тавтология. И повторение. И да. Да, Ривидерчи решил засейвить свою снайперскую винтовку. А мне изначально казалось, что это будет легкая игра для Карамелек, но в итоге Team of Strangers, когда проиграли полностью первую половину, вот буквально счет был 3-12. Теперь счет 9-13, и по всей видимости нас действительно ждет камбэк. Кто-то в чате позвонил в камбэчную. Есть у нас смачок на сити, но очень далеко он пролетел. Очень далеко, поэтому там будет стоять у нас игрок, это Черника. Ривидерчи не попадает по яме. А вот второй выстрел попадает. Каким-то чудом просто невероятный флик. Еще и в голову здесь залетает. Черника будет проходить в Тетрис. Минус спринт.
Два фрага дали, можно девайсы подобрать. И сразу перетягиваются карамельки. Вы посмотрите, научились, научились, все-таки поняли, что что-то здесь не так. Когда вот такие вот выходы на точку А, каждый раз это выходы на точку Б в итоге оказываются вместе с бомбой. Молик от коннекта тут залетает, но он успевает забрать дифра. Можно и второй здесь хедшот повесить. Нет, не вешается пока что. Сплекс отыгрывает по Кире. Анконнект это также забирают. А Эрвидерча. Последний фраг. Оформляет 9-14 счет. Ривидерчо со снайперской винтовкой на точке А находится, но его могут ожидать уже в этой позиции. Он всегда отыгрывает где-то в левой части пункта. Молик кидается под апартаменты, там никого нету. Unconnected решает занять более удобную для себя позицию. Продлевают смоук в яму, кстати, интересно. Как будто читает своих оппонентов. Кира будет накидывать флешку своему тиммейту, если вдруг что-то произойдет. Смачок летит в сторону аса и та, флешки также полетели, и выход пошел на минуте 10. Сразу Аривидерчи забирает дифа. Сплекс, будет ли какой-то размен? Размен будет, минус Сайлент. Олик отыгрывает по чернике. Аривидерчи попадает, но не убивает, нужно какую-то хаешку туда закинуть. Ой-ой-ой, Олик. Контролирует всю ситуацию и находит голову Ривидерчи здесь. Спринт. Пытается найти девайс какой-то, находит снайперскую винтовку и будет уже с ней отыгрывать минус Кира. Последний игрок это Unconnected, есть диффуза, но 4 игрока, один со снайперской винтовкой. Очень трудно тут ему будет. Да. И решает отойти на сейф. Ну что же, мы продолжаем. Мы продолжаем нашу замечательную игру, хотя, казалось бы, она должна была закончиться еще на 20-м раунде, но не закончилась. 10-14 счет, 25-й раунд. Let's go. Олик из ямы будет выходить, очень опасно здесь, но ловит хедшот черники. Ловит голову черники, я хотел сказать. Кира выходит из Ситисом по 9, очень перспективная позиция. На дистанции Олик забирает Ривидерчи, отыгрывает очень хорошо здесь, но Скриш отыгрывает просто из ямы, забирает Киру. И смотрите, Team of Strangers отлично играет в атаке, просто не оставляет никакого шанса своим оппонентам, только один или два раунда они смогли забрать. Два раунда карамельки за всю половину. Сайлент будет принимать здесь Скрижа, но Скриж кажется готов к этому. Конечно, готов. Забирает Сайлента. И смотрите, как уверенно. Просто невероятно уверенно. Интересно, Сайлент там выдавал какие-то звуки, потому что в такой позиции его ожидать крайне трудно было. Но чекается абсолютно все, абсолютно все позиции. Смотрим дальше. Здесь у нас у ямы сгруппировались карамельки. Вдвоем тут будут отыгрывать Silent. Его чекают, но этого не хватает. Ролик не попадает по голове. Очень близко было. Черника. Ой-ой-ой, как хорошо по спринту настреливают и в какой тайминг. Но это ваг. Это ваг, конечно же. Unconnected выход на шорт. Здесь Плекса находит. И дальше двигается к своим тиммейтам. Интересно, где бомба упала. Я вот не вижу бомбы. Скриш находит Ривидерчи из Пауэса. Сайлент отвечает по дифру. А вот и бомба, да. Вот и бомба.
Двое игроков остается против четверых. Здесь Кира с шартом перестреливается. Девайс получше будет, чем у спринта. Спринт падает. Unconnected будет ловить у нас Скрижа. И Скриж также погибает. 11-15 счет. 4 матчпоинта есть у Карамелик, чтобы закончить эту карту и перейти к следующей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 раундов за атаку выиграли уже Team of Strangers. Там 8 квадратиков красных таких красивых. На худе. Ривидерчи. Вместе с Сайон там выходит. Ой-ой-ой-ой. Развалка Винскриш и Олик падает. Этого совершенно не ожидали Team of Strangers. И почему раньше так не играли? Карамельки вроде как очень активно отыгрывали за Т-сторону. Очень агрессивно, и Team of Strangers явно этого не ожидали. Вот сейчас заработали преимущество, и стоит, наверное, отойти. Стоит отойти. Спринт. Здесь Silent в яме находится. Silent в итоге падает. Splex забирает Silent'а. Ой, залетает от Ривидерча по... спринту. Здесь Unconnected находит одного. Ой-ой-ой, какой сплекс разворот оформил. Забирает. На Сайлента. Ну что же. Черника будет удерживать точку А. Против двоих игроков. И я думаю, это может получиться на самом деле. Это может получиться. Но будет трудно. Потому что есть смоук, есть флешка, есть молик. И решает Черника отойти подальше, чтобы вдруг не выкурили. Понимаю, да, видит, видит оппонентов. А Ривидерча будет принимать со снайперской винтовкой здесь. Пока что никто к нему на прицел не выходит. Вот теперь выходит, Диффер падает. Последний игрок это у нас Плекс. Плекс минус один оформляет, но на этом все. Карамельки забирает первую карту для себя. И мы потихоньку уходим на паузу, на небольшую, чтобы карта поменялась. Следующая. У нас The Overpass, напоминаю, это КМА. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте. Она есть в описании стрима. И я скоро вернусь.
Ну что, поехали. Вторая карта у нас это The Overpass. Карамельки играют против Team of Strangers. Карамельки начинают за КТ, за атаку у нас играет команда незнакомцев Мэрили. Кстати, это тот самый Unconnected, он теперь Мэрили. Он законнектился наконец, и теперь его видно будет в табе. И везде, на самом деле. Спринт выходит вместе со своим тиммейтом из туалетов. Сайлент находит здесь Олика, можно и второго здесь подловить. Ловит второго, но на это... Его, может быть, и хватит здесь, хотя Скриш все-таки находит голову своего оппонента, дальше отыгрывает по второму. Ну, нет слов, на самом деле, Скриш очень хорошо здесь сыграл. И теперь тащить клатч ему придется, и тащит клатч на самом деле Скриш. 0-1. 4 фрага он в пистолетном раунде сделал. 4. А 3 маг десятых плюс 2 Галила. Галилы мое самое нелюбимое оружие, наверное, наравне с Сейвидофом каким-нибудь. Слышат прекрасно все движение на точке А, ну, на точке Б, но пропускают их на самом деле. Олик заходит уже в спину. Минус один, минус два не удается оформить. СМП 9 отыгрывает Олик с Плекс, оформляет. Минус два уже с Галила. Минус три. Просто одним зажимом. Псир закрыл. Хаешечка отлично. Минус четыре. Еще раз. Еще раз минус четыре. Но уже от Сплекса. Появляется у нас 3 эмки Фамас и еще эмка в руках у Ривидерчи. У Team of Strangers не такой хороший байб, как минимум из-за маг 10 здесь. Но посмотрим Мэрили. Мэрили выходит на воду. Минус один по скрижу, минус два не удается оформить. Здесь спринт находится, есть фраг. Дальше выходит Черника. Ну куда же вы все лезете? Куда же вы все лезете? И в итоге забирает Олика. Сайлент также убивает Дифра. Сплекс. Выход у нас в коннектор. Его вроде как не слышали. И не должны услышать. Забирает АК-47. Будет подниматься к своему тиммейту. И уже выход на точку А за минуту. За минуту до конца раунда нас будет ожидать, скорее всего. Может быть, перетянутся еще раз через коннектор. Но, скорее всего, именно на А залетят. Спринт. Ой, выдаю свое местоположение. Сейчас их будет слышно. Скорее всего. Хотя Сайлент не... вообще не смотрит в ту сторону. Только сейчас начал чекать. И ждут, выжидают. Team of Strangers понимают, что численностью точно не задавить. Просто так силой не получится, потому что двое игроков против четырех. Флешечка на длину. Ривидерчи выходит под нее. Там флешон, и все буквально стоят. И Ривидерчи сносит двоих в ряд. 1-2 счет становится. Отличная флешка от тиммейта. И Ривидерчи также хорошо вышел. Сайлент. Выход на мидл, но здесь раш Б. Стандартный, но здесь молотовкой залетает. Ух, как же вы стоите все. Мира должен забирать буквально всех. Кира, вернее. Мира это из доты. Но в итоге выжили. В итоге выжили каким-то чудом. Но здесь приходит Мэрили, забирает Олика. Скриш отвечает. Скриш дальше работает по Сайленту, но Сайлент все-таки успевает забрать Скрижа. Один Дифры остается. Дифр работает с Текнайна, может здесь забрать еще и игрока, но не получается. Ривидерчи все-таки достреливает. 2-2 счет становится.
Ривидерчи со снайперской винтовкой выдвигается на мидл, сразу смачок по себя кидает, еще молотов какой неприятный, но Олик успевает пробежать, не очень много дэмэджа он получает, хаешечка в пустоту, Ривидерчи будет здесь принимать своего оппонента, находит Олика. Дальше сплекс отыгрывает в коннекторе, а там уже подходят коварные карамельки. На подсадке чуть-чуть не успели, немножко не успели, и теперь информация о том, что кто-то из коннектора вышел, не будет. Хотя возвращается обратно, это ошибка от сплекса, его здесь должны принимать сейчас, да. Так и происходит, минус сплекс. Настреливает по воде, есть еще информация по одному оппоненту, Мерли. Все-таки не смог забрать, забрал Кира. Сайлент. Здесь по спринту также играют, и в итоге 1 в 5. 1 в 5 за минуту до конца раунда. Как-то по одному все поотлетали. Ну и Сайон, последний игрок. Игрока забирает. Скриш упал. 3-2 счет становится. Ривидерчи со снайперской винтовкой снова идет на миду, но к нему никто не торопится. Какой молотов все-таки каждый раз этот прилетает, тайминговый. По спринту, кстати, попадают, но в итоге не хватает этого. В смоках у нас тут мутится скриш, есть хедшот по Мерли. Еще очень много разменов здесь произошло. Сайлент будет выходить у нас через коннектор, пока что не видит своих оппонентов, потому что они все выходят в монстра минус 3 Кира. Оформляет 4-2 флешки. Как же они с ними отыгрывают? Каждому бы такого тиммейта, который накинет флешку. И ты бы смог выйти под нее. Мэрли. Молик. Летает у нас для того, чтобы занять воду. Занять шорт полностью, еще и под флешку выходит, но Мерли полностью слепой. Очень быстрое, очень хорошее занятие позиции. Сайлент работает на миду здесь, находит оппонента, не попадает по нему. Еще из коннектора выходит игрок, нам не показывает автокамера, хотя Сайлент вместе с Ривидерчи делают по фрагу. Ривидерчи, кстати, хаешечка его оформляет. Ривидерчи, выход дальше, здесь минус по Олику. Мерли. Выход на шарике. Сможет? Нет, не смог все-таки доработать. Ривидерчи находит АК-47, но в итоге его закрывает. Спринт минус 2 оформляет. Мерли минус 2 также на выходе из коннектора. 5-2. Счет становится. Мне этот никнейм напоминает одну исполнительницу. Мирелли. Вот Мерли, Мирелли. Очень созвучно. Русскую исполнительницу, кстати. Снова мидл занимается, снова вода занимается, но здесь Олик в коннектор успевает пройти и может на самом деле натворить дело, потому что никто туда не смотрит. Ривидерчи минус по сплексу. Из дигла Олик будет отыгрывать. И найдет хедшот. Нет, не находит хедшот, а Ривидерчи забирает Олика. Здесь автокамера, пожалуйста, спасибо. Самому пришлось переключиться. Мерли на подсадке вместе со своим тиммейтом. Но в итоге подсадку снимает. Ривидерчи. Еще фраг по спринту. Здесь находят. Ну и что же. Снова. Снова раунд для Team of Strangers закончился. Даже не начавшись. Кира находит за бочками свой фраг, минус скриш. Последний игрок это Диффер. И Диффер тут будет отыгрывать против Ривидерчи. Но Ривидерчи тут до конца стоит в этих туалетах. Троих игроков забирает, просто стоит и дальше будет стоять. И всю жизнь там простоит. Никто ему не помешает.
Скриш. Вместе с тиммейтами будет выходить. Скриш находит Киру, хотя там по Молотову очень больно прошлись все. Спринт дальше выходит под шорт. Есть фраг, но Ривидерчи сразу его закрывает. Олик на размене отыгрывает чернику. Здесь не ожидает. Минус 2 оформляется, и он также забирает с Плекса. Последний игрок остается, это Скриш. Скриш настреливает по оппоненту. Не получается забрать, хотя этот фраг был очень важный. Сайлент выход, но здесь не ожидает Скриш такого наглого выхода. И 7-2 счет становится. Эминем зачитал. Паузу. Паузу берут у нас, скорее всего, Team of Strangers, хотя и показывается, что карамельки, но я думаю, что это не так. Что это не так определенно. Потому что у Team of Strangers ничего не идет. У Киры 16 тысяч на руках, у Черники 12, у Ривидерчи 11. Очень много. И Сайлент решает сделать интересную покупку, как и Ривидерчи. Я думаю, это к добру не приведет на самом деле. Потому что это будет не то, что обычно хочется. И Олик здесь со снайперской винтовкой может принять Мерли, минус Мерли. Сайлент очень далеко находится вместе с Ривидерчи на точку Б. Здесь выходит Сплекс, будет отыгрывать. Кира успевает, конечно, диф разобрать, но этого не хватает. В итоге два игрока, два снайпера со скарами находятся под девяткой. И зачем они их купили? Почему они их купили? Почему так встали? Не совсем ясно, зачем это было сделано. И решили немножко побэмить оппонента, возможно. Хотя вот, Ривидерчи находит свой фраг. Сайлент с девятки отыгрывает вместе с тиммейтом. Но никого здесь не находят. А диффуза есть у команды, вернее, только у Сайлента. Сайлент, нет, не смог попасть. А вот по Сайленту попали, минус по девятке. Дальше играет Ривидерчи, но вот... Для чего выкупали скары? Просто чтобы проиграть раунд, по всей видимости. Встали вдвоем на мидл. Не знаю. Это очень спорное решение, очень ненужное решение. Пофаниться, побэмить, может быть. А в итоге Ривидерчи дальше отыгрывает со Скаром, Киром и все остальные с М-ками. И вот он выход под точку А, по всей видимости, нас ждет, по крайней мере, раннее занятие плейграунда у команды незнакомцев. В коннекторе там сейчас что-то может произойти, хотя вроде как бомба уходит, бомба ушла, это диффер. Но все еще смотрит до конца и находит здесь Ривидерчи минус Скар. Куда пошел со Скаром? Как-то... Что происходит вообще с карамельками сейчас? Не совсем мне ясно. Мерли не смог поймать Сплекса, хотя у Сплекса не пошел спрей. Олик. Смачок на девятку закидывается. Кира будет выходить. Минус один оформляет, сразу уходит. Нужна флешка какая-то. Диффер. Выходит, его здесь не ожидают. Кира падает, и 2 в 4 ситуация. Пойдут ли на ретейк? Идут, но Скриш закрывает чернику. Сайлент отвечает фрагом по Сплексу, отвечает фрагом еще и по Скришу. 2 в 2 ситуация в итоге. Смачок кидается на мостик, но здесь пока что это не важно. Пока что не важно, потому что никто через этот смок не решается пройти. У Сайлента очень мало хп, есть диффуза. Минус диффер, можно отыгрывать дальше. Кидает под себя флешку, ждет оппонента, пока тот выйдет, но тот не выходит. Спринт очень
Очень коварно отыгрывает и находит все-таки. Так, по Сайленту. Было очень близко для него. Снайперская винтовка плюс 4 М-ки, 2 с глушителем, 2 без, против АК-47 и одной снайперской винтовки у команды Team of Strangers. Снова Rush B какой-то намечается, тушится у нас молотов, еще один молотов накидывается. Интересная флешка, мне кажется, не задумывалась она именно такой. Здесь Мерли находит два фрага, кстати, что с моделькой у Мерли? Там сверху такая вот, не знаю, часть модельки была. Олик. Со снайперской винтовкой отыгрывает. Спринт также ему в помощь. Ой-ой-ой, размен хороший. В итоге 2 в 4. Олик снова со снайперской винтовкой. Все еще. Хотя переключается. Переключается, понимает, что ему она здесь не нужна. Будет пушить трубу, находит чернику. Можно еще один фраг оформить, но пока что в спину не смотрит. Диффер выходит, находит бочки, минус Кира, Ривидерчи отвечает, просто уже с пистолетом отыгрывает Ривидерчи, чтобы забрать своего оппонента, и получается это сделать. 8-4, еще двухкратное преимущество у Карамелек. Но, как мы помним, при смене сторон Карамельки показывали себя не так хорошо. Мерли вместе с тиммейтом занимается. Здесь вода, сразу смотрит коннектор, но это уже проходили, это уже было, это уже неинтересно. Сайлент находит Олика. Извиняюсь, это может быть было громко, но я надеюсь, что нет. Кира будет принимать выход с монстра, находит одного, но сразу ответ от сплекса здесь залетает. Мерли. Хаешечка пошла, но пока что ничего. Хаешкой не получилось сделать, но зато оружием. Оружием получилось. Диффер отвечает. Пока что он остается один. На пункту второй игрок пока что не подходит. Ривидерчи находит Диффера. Бомба упала слишком далеко. Скриш. Очень далеко. Скриш. Минус черника. Скриш отыгрывает дальше. Но тут снайперская винтовка разводит на выстрел. Кстати, еще выстрел. Может быть, третий все-таки получится. Нет, не получается. Под флешку никто не выходит. Понимает, что времени очень мало. Просто легче встать в кроссфайр. И дожидаться своего оппонента. Но проблема в том, что они выдают свое местоположение. 8 секунд остается. Выход от Скрижа. Сайлент. Ну, тут просто мансят. Мансят как боженьки. На самом деле. И ноускоуп залетает. Вот. Аривидерчи. 9-4 счет становится. Сплекс. Вместе с тиммейтами выход на точку Б, но проблема в том, что только один игрок находится, а нет, трое тут еще на подсадке оказывается. Мерли, Мерли отыгрывает вместе с тиммейтом здесь, минус 2 оформляет, можно и третьего забрать, нет, не получается, спринт отвечает, сплекс маг 10-м. Нет, не получается, Ривидерчи забирает спринта, дальше играет Кира по скрижу, и Ривидерчи заканчивает, 10-4, счет становится, ой-ой-ой, у нас сервак немножко подолгал. Скриш.
вместе с тиммейтами выдвигается под точку А. Но здесь молотов снова отлично прилетает, много дэмэджа делает. Мне интересно, сколько урона с гранат у ребят здесь. Но посмотрим при смене половины, потому что это последний раунд первой половины, а Ривидерчи находит Олика. Мэрэля открывает дверь, никого здесь не находит. Дальше Ривидерчи будет отыгрывать по миду. Здесь сплекс проходит рядом с туалетами. Никого не видит. В опасной близости находится на самом деле Ривидерчи и еще Скриш, но как-то перестрелка не завязалась. В итоге решает перетянуться под точку А, все-таки это стоит сделать дифер. Может поймать здесь оппонента? Нет, просто держит его на прицеле. А может быть сейчас? Может быть сейчас? Нет, не получается. Сай, он там забирает Скрижа. Сплекс забирает Мэрили. Сайлент продолжает свою борьбу. Минус спринт. И 2-4 ситуация. Скорее всего, нас ждет счет 11-4, но пока что судить рано. А вот теперь нет. А вот теперь нет. Сайлент забирает сплекса. Последний игрок это Дифур. Отворачивается. В какой же тайминг он отвернулся на самом деле, но забирает Сайлента. Сайлент слишком далеко пошел. Есть полная информация о том, где находится Дифур. И Кира выходит. Будет нож, будет нож, будет нож. Все-таки, да, 11-4. Счет по итогам первой половины. Так вот, сколько у нас нанесли... у меня тап не работает. Теперь работает. Сколько у нас нанесли гранатами? Это ослепленных? Вот урон гранатами. 240. 2,5 фрага. 2,5 гранатами. Это много. Это очень много. Кира. Выход в коннектор. Никого здесь не находит. Напоминаю, что это пистолетный раунд. Второй пистолетный на карте The Overpass. Играют карамельки против Team of Strangers. И пока что они решают выйти под точку Б. Тем более воду не занимает у нас Team of Strangers. Олик. Стивспан отстреливает. Находит хедшот. Кира. Выход шарта. Видит одного оппонента, видит второго. Но здесь плекс. Просто хедшоты кладет. Минус один, минус два. Можно минус три оформить. Нет, Сайлент все-таки впервые. Оказывается, Олик также забирает Мэрли. Сайлент отвечает. И последние два игрока у Team of Strangers против одного карамельки. Одного карамельки. Сайлент. Спринт. Видит голову. Настреливает. Попадает. Вот у меня бы никогда так не залетело с таким разбросом у ЮСПа. Вот никогда. В итоге Team of Strangers выигрывают пистолетку, а это значит, что они все еще могут выиграть. Мэрли. Выход в коннектор. Его слышал Скриш, это точно. И Скриш тут готовит выход. Минус 2 оформляется МП9, но это все. На этом все. Спринт. Сэмка отыгрывает по шарикам. Минус черника. Но оно и понятно. Бомбу в прошлый раз не поставили. Пришлось сделать экономический раунд. До 2000 максимум закупились. И в итоге... вот такой раунд у нас выходит. Сайлент, может быть, найдет. Хедшот находит. Находит первый фраг, второй не получается сделать. Слишком мало хп у него оставалось. Видит, Скриш. А это вот, а это 16, 4 на 3. Вот 4 на 3, все. Не сразу заметил. Ну что же, закуп от команды Карамельки намечается. Выход под точку Б. Молотов неудачный. Молотов не туда прилетел, куда надо. Смачок у нас в сайт. Будет ли смог на мостик? Еще одна флешка полетела, но никто под нее не выходит. В итоге дают шанс Team of Strangers перегруппироваться. И сплекс здесь выходит очень агрессивно, забирает
одного игрока в монстре. Скриш. Стоит с МП9, не чекается почему-то. И в итоге раунд не удается у Карамелек, первый оружейный. Пока что ситуация 3 в 5, аривидерчи. Можешь найти здесь свой фраг. Найти, найти, находит. Олика. 4 в 3 ситуация становится, но от нее не легче, потому что минута остается до конца раунда. И трудно. Трудно отыгрывать. Скриш. С АК-47-м. Трофейным играет по Ривидерчи, забирает его. Черника тем временем. Если вот сейчас заберет игрока, забирает игрока. Кстати, Диффер падает вместе со Скрижом. И пока что не знают, куда выходят карамельки. У нас Team of Strangers. Черника чекает абсолютно все позиции, но спринт готов. Спринт готов. Его вроде как чекнули, но Черника не успевает просто. Самое главное в этом раунде сейчас поставить бомбу, и никто не контролирует точку А. И бомбу действительно удастся поставить. Вот только сейчас, ой, Silent не торопится ставить бомбу, в итоге может проиграть этот раунд из-за этого. Но посмотрим, бомбу хотя бы поставил, спринт у нас контролирует всю ситуацию. И будет дожидаться выхода своего оппонента 1-7, но бомба поставлена, хотя бы что-то позитивное. И снова закуп, Правда, проблема у нас есть небольшая с гранатами. Не у всех они присутствуют в достаточном количестве. А тушится молотов. Мерли выходит с тиммейтом. Сразу на размене здесь находится. Минус 2 не получается оформить. Скриш забирает Мерли. А Ривидерчи дальше отыгрывает. Ой, спрей неудачный, но все-таки получается убить. У нас сплекса. Бомба лежит далеко. Бомбу еще не подобрали. Размены начальные для себя нашли. И можно продолжать раунд уже в более низком темпе. Аривидерчи будет здесь играть. Дожидаться под пушу со стороны Team of Strangers. Пока что никто не пушит. Silent. А, там еще на девятке снайперская винтовка стоит. Ну, тогда не выйти. Тогда не выйти никак будет карамельком, скорее всего. Или очень трудно, если, например, есть смок на девятку. Но пока что туда не кидается смычок. Хаешка пошла. Хаешка неудачно. Сайлент решает засмочить сайт, чтобы с девятки не помогли. В итоге девятка перемещается. И надо выходить, ставится бомба. Кира этим занимается. И в итоге смогли отойти. Поставили и ушли. Никто вообще не помешал. Интересная ситуация. Под флешку, может быть, мостик получится запушить. Нет, не решается. Там смачок лежит все-таки. Очень далеко ушли. Очень далеко. И это может аукнуться на самом деле. Кира забирает дифра. Есть ли диффуза? Диффуза есть. Сайлент видит оппонента, но в итоге не реагирует. Здесь Silent минус Скриш, можно играть дальше. Ну и тут бомбу уже не раздефузить, хотя казалось бы, 3 в 3 на ретейке очень далеко ушли атакующие. Можно было бы их просто засмочить, их подержать, но не получилось. 12-7. Сплекс. Накидывается молотов. Молотов хороший, останавливающий. Не пропускающий своих визави. Ривидерчи. Есть флешечка под тиммейта. И Сайлент выходит, но здесь сразу ответ от Скрижа. Причем по двоим. Скриж играет дальше. Можно еще и по третьему настрелять. Настреливает, но в итоге не убивает его сквозь смоки. Только надамажил. Мерли.
будет под флешку своего тиммейта играть. Вот эту фишечную. Ой, она улетела не туда. Бывает. Бывает. Ролик. Кира, выход. Нет, не получается выйти все-таки. Не знаю, не смотрит. Не смотрит. Скрижа, есть информация по нему, но черника не успевает все-таки сделать свой фраг. Сплек сразу на размене. 1-3 ситуация. Есть информация о том, где находится черника. И черника падает. 12-8 счет. По итогам 21 раунда. Не лучше, что Team of Strangers заберут оверпас. Я не знаю, вроде у Карамелек получается играть агрессивно, они это делают каждый раз. Но в итоге, когда они останавливаются, вот после этих либо начальных разменов, либо после обычного опена, они проигрывают раунды. И это очень странно, мне кажется, им надо все время быть в движении, все время давить. Но в итоге они просто в какой-то момент, у них паровоз глохнет. Ну что же, у нас тут выход под точку альфа намечается, со спринт забирает чернику. Мерли отвечает по спринту, минус снайперская винтовка команды. Ривидерчи ловит здесь одного, второго не получилось. Скриш на размене, Олик, выход под флешки, флешки удачные. Олику не получилось забрать оппонента, но вот сейчас получилось. Кира падает, Олик с дигла отыгрывает, и Мерли помогает. Мерли все-таки забирает Олика, у Сайлента 8 хп остается, очень близок он к смерти. Мерли. Есть информация о том, что игрок находится за траком. И в итоге скриш падает. 13-8. Мерли очень много работы сделал. Кира. Вместе с тиммейтами будут выходить у нас на Kinderplatz. На немецком, да. Карта немецкая. Kinderplatz тоже на немецком. Дифер. С Юспом отыгрывает. У Team of Strangers нету закупа, кроме эмки у Сплекса. Причем интересно, что он ее купил. Это значит какой-то заготовленный раунд. Сплекс у нас стоит под монстром, но туда выход не направляется. Будет кидаться смачок на выход в точку А, но проблема в том, что уже все перетянулись. Сплекса также забирает Ривидерчи, и против четверых игроков будут Кира забирать Дифра. Олик отвечает, Мерли отвечает по Скрижу и по Олику. И спринт, последний игрок из своей команды. Есть информация по нему, разворот-поворот получилось сделать. Мерли минус 3 оформляет. Четыре АК-47 плюс снайперская винтовка. Снова такой же закуп. Ничего не меняется из раза в раз. Это все-таки Counter-Strike. Silent. Выход на длину. Вроде как мог заметить оппонента, но может быть и нет. Мерли. Держит угол, чтобы никто не вышел. Чтобы никто не прошел. Сквозь. Прицел. И тем временем Сайлент потихоньку, помаленьку проходит на точку А, но его здесь могут закрыть на самом деле, потому что готовы к люркерам команды Team of Strangers. Причем они втроем стоят на точке А, втроем. Или даже вчетвером. Выход на точку Б, Мерли под флешку выходит своего тиммейта, минус один оформляет. Пока что вода чекается, никого здесь не находит, а вот и голова показалась. Дробовиком играет Олик, не получилось не оформить ни одного фрага. Спринт отвечает по Мерли, дальше Сплекс будет отыгрывать, здесь МП-9, отличный выход на Киру, выпад замечательный, но здесь Ривидерчи промахивается, очень важный промах делает, но в итоге спринт падает и дальше отыгрывает Ривидерчи по Сплексу, и 15-8 счет становится. Вот, вот о чем я и говорил, Карамельки должны играть агрессивно, агрессивная игра у них получается и очень хорошо получается.
Ой, как по закупу все печально. У Team of Strangers с SSG, MP9, Максим. Еще одна SSG и Фамас. Этого может просто не хватить. И гранат нету. Есть только один диффуза. Спринт вместе с тиммейтом находит Сайлента. Open фраг. Есть. Понимаешь, что две снайперские винтовки на линии, значит, можно выходить в монстра. Здесь сплекс успевает забрать Мерли. Пока что все не так радужно идет у команды Карамелек. Олик с дробовиком на шарте. Можно оформить минус. Можно оформить минус. Не получается, получается. Да как же так? Как это произошло? Я не понимаю. Почему его никто не забрал? Он минус 2 оформил после двух неудавшихся выстрелов. Что это такое? Если бы тут была вебка, вы бы видели весь спектр моих эмоций. Но вебку комментаторы не ставят. Поехали дальше. Еще есть матчпоинт у Карамелек. У Team of Strangers хороший бай. Кира играет только с пистолетом. Это дигл. Есть броня, конечно, есть гранаты, но все еще дигл. Ривидерчи. Шорт будет занимать. Кстати, карамельки играют примерно так же, как они играют из АКТ. Они тоже занимают вот эту вот воду, вот это пространство. И потом уже действуют в туалетах. Сайлент находит дифра, спринт отвечает по Мерли. Подсадка здесь будет, можно будет найти свой фраг. Спринт забирает Сайлента. Ну-ка, подсадка. Подсадка. Работает. Работает. Видит, видит спинку, видит голову. Минус скриш. И ситуация 3 в 3. 3 в 3 очень опасно для Team of Strangers. Олик, выход за столб. Есть фраг, но сразу Ривидерчи отвечает. Ривидерчи. Проходит на АБЦ, забирает спринта. И последний игрок это Сплекс. Сплекс, Сплекс. С девятки надо тащить клатч 1 в 2. Очень хорошо здесь встали. Ой, Ривидерчи, Ривидерчи. 16-9. Счет становится. И карамельки выигрывает. Это Best of 3 противостояние, даже до Инферно дело не дошло. Но я пока что ухожу на небольшую паузу. Я не знаю, будет ли следующий матч. Если он будет, то я обязательно вас об этом оповещу. У микрофона был Александр Сваркет Буксиров. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте КМА, на ТикТок. Там очень много соцсетей. Обязательно подписки туда кидайте. Peace is a lie. That is what the Sith believe. They promise power. Now they wield it. We face the greatest Sith in generations. They must be stopped.